Что говорить о Ташкенте, то Ташкент с приездом эвакуированных людей как-то очень сильно ожил. Потому что сюда были эвакуированы многие предприятия. Толерантность в хорошем смысле, она поражает вас. Что... Душевное тепло, которое шло от узбекского народа. Вы знаете, вот папа вспоминал, что когда он вернулся после войны, молодой лейтенант... Узбекские семьи сделали так, что эта семья воссоединилась. Когда я изучала Узбекистан, готовясь к приезду сюда в качестве посла, я, конечно, узнала много об этой главе истории страны. Узбекский народ очень миролюбивый, добрый. Я не встречал такого второго народа. В таких очень тяжелых условиях быть толерантным и просто без больших дискуссий принимать так много людей. Четкая, я бы сказал, наглядная характеристика проживания бухарских евреев на территории Узбекистана. Нас восприняли как своих. Отдали нам, если было две комнаты, одну комнату. И мы жили вместе. Дружили с ними. Любили их, уважали их,